то Бог велико, Бог наш. Ось, друже, ми з тобою, милістю Божою, вступили у шосту неділю Великого посту, яка закінчується великим православним святом – входом Господнім до Єрусалиму. В народі цей праздник іменують Виробною неділею. А напередодні ми з тобою, друже, подихаємо величчю Лазаревої суботи, яка сповнена великої таємниці і глибини. О Лазаревій суботі, церковних праздниках і событиях церковних людям знають. Но, к сожалению, глубина їх остається недоступна многим. І так по житті привикає чоловік, що тільки все сприймає поверхностно і не задумується самим головним. А саме головне церква виражає в своїх богослужіннях, в песнопениях, и в Лазаревую субботу так и поется: «Общее воскресение прежде своей страсти уверяя». То есть самый главный посыл – это о том, что воскресение Лазаря было Господом совершено для того, во-первых, конечно, чтобы укрепить апостолов, чтобы они перед его крестными страданиями не потеряли веру, но самое главное утвердить всех, и в нас в том числе, о том, что будет воскресение мертвых. То есть это высшая справедливость, о которой очень многие люди спрашивают и не задумываются, когда ищут ее во временных каких-то делах и видят, что как вроде бы на земле справедливости нет, потому что забывает о том, что будет общее воскресение, когда все встретятся, и каждый будет отвечать за свои поступки, за свои дела. И это неизбежно, и вот именно этим воскресением это говорится. А чисто событийные обстоятельства, ну, может, кому-то еще неизвестны, поэтому кратко можно рассказать, что Господь наш Иисус Христос, будучи на земле, Сын Божий, вот часто бывал в Вифании, в дому Лазаря, у которых были две сестры, Марфа и Мария. И одно время прислали весть из их дома, что Лазарь умер. И Христос говорит апостолам, что он уснул. И говорит, ну, ты, значит, выздоровел. Специально задержался на несколько дней, чтобы прийти тогда, когда уже никто не ожидал воскресения для человека. Как было в Евангелии написано, что он уже 4 дня был в гробе. И в присутствии множества людей, которые приходили и поддерживали Марфу и Марию, плакавшие о потере своего брата, который был у них фактически кормилец. Вот, Христос приходит к гробу и говорит, чтобы отвалили камень, которым обычно иудеи закрывали гроб, где лежал покойный. И когда в недоумении все-таки послушались и камень отвалили, Господь говорит: «Лазарь, гляди вон». И вот этот четырехдневный мертвец, он выходит в присутствии всех людей, обвитый пеленами, так как он положен. И тогда только Христос говорит ему: «Развяжите его и дайте ему идти». То есть это было величайшее чудо. И до сего времени оно таким остается. Но так же, как и в то время, так и в сегодняшний день, есть в Евангелии выражение Спасителя, когда он говорил, что для человека, когда спрашивал его притча такая о богаче Лазаре, когда тот говорил: ты пошли вот другого Лазаря, который тоже был нищий и умер, туда на землю, чтобы он рассказал, какая обстановка, вот, что одни идут в вечную муку, а одни вот блаженствуют на лоне Авраама. И тогда говорится, что у них есть закон, пророки, сегодня это из Евангелия,
Но почему, говорит, не слушают? Вот если бы, говорит, мертвый воскрес, тогда бы поверили. И вот Христос говорит, если они не слушают Священное Писание, если не верят Моисею пророкам, то и мертвый воскреснет, не имут веры. Это начинается даже в события вот Лазаревой субботы, которая сейчас так называется, то есть в тот день, когда Христос Лазаря воскресил, часть людей уверовали, очень много. Но еще часть такая нашлась, которые тут же побежали рассказать фарисеям, что вот произошло что-то такое, а веры они не имели в воскресение мертвых. Что это, как объяснить, они не могли, потому что действительно реально присутствие всех такое было совершено. И вот эта суть, она так и продолжается сегодня. То есть сердца, которые восприимчивы к истине, они видят эти крупички истины всюду и собирают в едино целостное вот мировоззрение христианское. Есть люди, которые сожжены совестью, для них бесполезно, что бы там ни было, и проповедь, и Евангелие, и даже чудеса, и даже если мертвый воскреснет, это ничего не говорит. То есть именно об этом говорится людям верующим, хотя говорится всем, всему миру, что вот, да, было такое событие, воскрес мертвец четырехдневный, и именно совершил это чудо Господь для того, чтобы утвердить и всем сказать, утвердить своих близких и всем до сегодняшнего дня сказать, что будет воскресение мертвых. Вот это суть Лазаревой субботы, которая будет в конце этой недели отмечаться. Отец Аннава, Лазарева суббота произошла больше 2000 лет назад. За это время произошло очень много разных событий. Но именно Лазарева суббота, она пронзительно актуальна и по сей день. И вообще все Евангелие, оно актуально сегодня и, наверное, будет завтра и до скончания века. Вы знаете, умом, конечно, сложно понять, но тем не менее, почему такая пронзительная актуальность Евангелия, которая была написана тысячи лет назад? Потому что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда при встрече Мария говорила: «Господи, если бы ты был на месте, то не умер бы брат мой». И Христос ей говорит: «Я есть воскресение и жизнь. И кто умрет во Христе, тот воскреснет, и живущий никогда не увидит смерти». То есть это он говорил о том, кто телесно помирает, воскреснет, и тот, который живет, верующий, он, душа его никогда не помирает. Он вечный, как и всякий человек. Вот. И поэтому это актуально было, есть, потому что это жизнь в своем бытии. Она время историческое, оно так кажется, что длинное, а вообще-то оно очень короткое, как и жизнь человека, очень короткое временное. А жизнь вечная, человек только ее предощущает сегодня. И исторические события еще не завершились, поэтому все актуально, все Слово Божие, оно незыблемо, и все оно совершается и сегодня. И все глаголы Евангелия, конечно, они зиждутся на камне веры, но с одной стороны человек верит, а с другой стороны манит его мир своими пристрастиями. И очень сложно совмещать в сердце и веру, и этот мир, который многообразен и прекрасен тоже, ведь он тоже создан Богом, отец Варнав. Конечно, Богом создан мир, Богом создан человек, и величие человека такое, что Господь, Бог, принявший человеческое тело, ничем не умолился. Это величина человека. Но вместе с тем, после грехопадения, человек и всю природу за собой подверг искажению. И сам исказился. И мир теперь лежит во зле. И поэтому самое главное для человека не искать что-то в этом мире, а самое главное искать, исправлять себя, свое сердце, о котором и Христос сказал: «Сыне, дашь мне свое сердце». То есть человек не должен сердце свое тленному чему-то направлять,
А решается, жизнь сама требует какие-то свои решения вопросов, но сердце должно быть дано Богу. Как в свое время и отвечал сам Христос Спаситель, что Богу надо дать Бога, кесарю кесарю, а Божию Богу. То есть сердце должно принадлежать полностью, безраздельно. И что бы там ни было, на простые даже самые житейские вопросы есть ответы, когда говорят, богатство даже течет, не прилагай сердце. Сердце никогда не должно прилепляться, потому что где ваше сердце, где ваше сокровище, там и сердце ваше будет. То есть сокровище человека должно быть только вечные, нетленные, а временное только пользование. И они должны быть все эти средства в разумном пользовании, чтобы ими приобретать именно благодать Духа Святого, приобретать это вечно, как купец разумный. Вот. А она и приобретается делами. Вот как и Мария, которая помазала миром Спасителя молча, но она делала дело. По существу обличили ее, что вот можно было ее продать, раздать нищим, то есть как рационально. Но это дело, как Тойре, дает благодать, потому что не просто хорошие дела человека удовлетворяют, а дела, которые делаются ради Бога и для Бога. То есть, если дело делается не ради Бога и не для Бога, то оно человек всегда получает за него уже воздаяние здесь. Почет, уважение, какие-то там благополучия, что бы там угодно, но для вечности он не приобретает ничего. И только дела, совершенные для Бога или ради Бога, ими человек приобретает благодать Духа Святого, которым очищается его душа и приготовляється к блаженной вечности. Тож, друзі, будемо підкорятись волі Божої, яка дає нам силу, свободу і життя. Слава Богу за все! То Бог є!